Наши дети еще с нами пока. Они у нас студенты. Со старшей мы живем и с внуками. Младшая в Турции учится. Как часто она приезжает? Ну вот сейчас приехала на каникулы. Мы вместе живем. Ну, сын живет со мной, дочь, да, каждую неделю. А дочь тоже живет у вас? Нет, рядом, 15 минут ходьбы. Постоянно навещает, со мной живут. Ну, навещает иногда, а что навещает. Ну, как часто? Ну, бывает часто. А далеко от вас живут они? Да, одна в Раздолье, там другая здесь, вот на этом. Вообще не навещает, потому что они далеко живут, в Воронеже. Да. Вообще не приезжают? Я езжу. Нет, в этом году обещают приехать гости, я так хочу, уже соскучился. Сын живет со мной, так же, как и у моего брата старшего. Дочь живет далеко. Мы к ним ездим, они к нам ездят. Ну, они рядом, всегда со мной. Хорошо навещают. Как навещают? Я навещаю своего сына. Каждый месяц ездю, помогаю. Мои дети? Они со мной живут, поэтому как они могут не часто навещать? Они каждый день... Они живут со мной. Ну, как в неделю, сколько раз? Дочка в Черноморске, она навещает, ну, сколько? Ну, в месяц раз навещает, два раза. А старшая дочка за границей, ну, она два раза в год. Они меня не навещают, они со мной живут.